Если сильно дернуть ремень безопасности в автомобиле, он застрянет. Вот с мужчиной также. Не дергай, дай ему время переключиться. Большинство мужчин однозадачны, и для того, чтобы сменить одну задачу на другую, им требуется время. Поэтому дай ему эту возможность. Кроме всего прочего, важно сохранить ситуацию так, чтобы он сам думал, что это его решение, ведь позиции лидерские тоже важно сохранять. Поэтому, когда просишь, следи за интонацией и дай ему время на то, чтобы переварить твою просьбу и принять решение о том, когда и как он ее сделает.